Здравствуйте, меня зовут Александр Грей, и в этом видео я буду рисовать абстрактную картину с использованием большого количества текстурной пасты и различных. У меня получилось 3 штуки, что, собственно, мне и нужно. Наношу текстурную пасту поверх области, на которой нарисованы окружности. Здесь мне и наступает мой любимый момент.
Мягко кистью удаляю неприклеившуюся поталь, и уже виден результат. Да и все. Диптих готов. Можем смотреть результат. Всем спасибо за внимание. Пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До встречи!